Я сейчас начну романтические истории тебе рассказывать. Оно так, ну, я просто увидел фото. Мне вообще на этой фотографии не ее показывали. А кого? Мне показывали что-то, я не помню, какое-то событие какое-то на этой фотографии показывали. Происходящее в Греции или что? Нет, здесь, просто в Сочи. Вот, да. Просто вот какая-то... У нее родственники живут на юге, на нашем юге. Но просто сказал, это кто? Это она держала ребенка на руках. Я говорю, это кто? Это оставь, это там, она живет в Германии, она так далее. Я говорю, срочно мне телефон. Я позвонил ей в Германию, она в Германии, во Франкфурте. Она училась там? Училась. Я позвонил, сказал, здравствуйте, меня зовут Демис, я тот-то, я хочу с вами познакомиться. Она сказала, до свидания. И выключила. Я сказал, все, точно она.